Всем привет! Уже больше двух недель лежит у меня новый багажник на мой велосипед. И все что-то как-то никак не могу его установить. Давайте в сегодняшнем ролике вместе с вами это сделаем. Зачем мне новый багажник? У меня же есть багажник и все нормально держит, все. Но вот здесь вот кое-чего не хватает. А конкретно вот этой вот планочки. Помню, она в том году у меня оторвалась. Я посидел, подумал и решил, что лучше я закажу себе новый багажник, который будет вот с этой вот планочкой. Ну, красиво. Во-первых, катафот есть куда поставить. Ну и так, знаете, мне как-то вот понравилась эта планочка кататься. Почему бы, собственно говоря, и нет. Данный багажник я заказывал на Озоне, стоит он 1100, что ли, как-то так. Их там много-много разных видов. Есть и за 2000, кстати, точно такой же. Я по фоткам отличий не нашел, по отзывам тоже. Думаю, ну что я буду переплачивать, когда есть подешевле. И заказал подешевле. Экономика должна быть экономной. Да, в общем, сейчас будем с вами менять. Я надеюсь, я те ключи взял. Взял разводной ключ, взял вот такие ключи. Попробуем сейчас такие подобрать. Вот это, кстати, набор из фикс-прайса. Я уже, честно, попробовал. Не подходит. Ну ладно. Сейчас вот эти ключи. У меня тут еще есть в рюкзаке ключи. Ну, если что, то будем пробовать все это делать разводным ключиком. Ну, а вас я сейчас прикоплю к себе сюда на голову. Не знаю, что из этого получится. Первый раз буду снимать скрепление, которое идет на голову. В общем, посмотрим. Кстати, также заказал новые грипсы, заказал держатель для телефона новый. А боковое зеркало заказал. С вами, возможно, покатаемся. Может быть, такая, знаете, чисто техническая серия по смене багажника. Да, он весь грязный. Видите, он весь уже и поцарапанный, и все. Понятно, что это, скорее всего, таким же станет где-то к концу сезона. Но я надеюсь, что я хотя бы не лишусь вот этой вот планочки. Не должен. Все, ладно. Приступаем к установке. Ну что, пробуем откручивать. Нет. Прокручивается, зараза. Вот, ё-моё. Так, а что если нам сначала с той стороны ослабить, а потом с этой? Или тоже ерунда получится? Просто фишка в том, что эти болты очень плотно закручены по той причине, то что когда цепь слетала в том году, я ее подзатянул очень и очень хорошо. Она натянута как струна. Цепь, кстати, надо смазывать. Так, давайте сейчас я попробую с той стороны что-нибудь тоже придумать. Так, ну что, перевернулся я на эту сторону. Давайте попробуем с вами с этой стороны теперь его. Нет, все равно прокручивается, зараза. Вот эти грани, они сейчас сорвутся, и это только если уже как-то в домашних условиях все это делать. Ведь была у меня мысль все это сделать дома, а уже выйти спокойно покататься. Но нет, хочется все на природе, на природе. Погода хорошая. Не понял. Мы еще и вот эти подкрылки, да, надо новые покупать. Кстати, видите, у багажника трещина пошла. Это нехорошо. Это реально нехорошо. Ты можешь привести к последствиям, к печальным. Так, бац, что-нибудь из магазинчика продукты везешь, везешь, все обрывается и все падает. Да, нехорошо будет, если это так случится. Ну ладно, что ж теперь. Мы все равно его снимем. Не сейчас, так я домой приеду, все это сниму. Сделаю. Ну тогда ролик будет, наверное, тут дня 2-3 записываться. Знаете, чисто техническая серия. Тоже, я считаю, она имеет место быть. Черт меня дернул. О, по-моему, пошла чуть-чуть. Да не, ничего она не пошла. Грустно очень. И очень грустно. Ладно,
Буду пробовать, буду пытаться. Чего вас этим томить-то? Не вижу смысла. В общем, какими ключами я только не перепробовал все это открутить, не откручивается, к сожалению. Попробовал вот этим набором, не подходит. Пожалуйста. Не подходит, к сожалению, никак. Да, думал, что я с такого замечательного, красивого места уеду вот с этим новым багажником, а уеду я со старым багажником. Но, скорее всего, я сейчас приеду домой и поменяю этот багажник дома. Что еще делать? Хочется, кстати, видите, багажник чем крут. Раз, два. А у моего всего одна такая тема. Ну, так-то, в принципе, вроде как даже подходит. И, ну, должен подойти. Я на это надеюсь очень сильно. Смущает только вот эта тема, но я примерно знаю как. Хотя вот видите, у меня здесь тоже уже откручено. Это я открутил еще в день, когда получил багажник. И вот катался после этого. Того, как открутил, нормально, ничего не дребезжит. Основная фиксатора здесь. Главное, чтобы вот эти фиксаторы здесь подошли. Но вроде как я замотал дома, чтобы когда вез, не задеть ничего, никого не покорябать. Это вроде как подходит. Надо будет это проверять тоже. Блин, будет обидно, если на самом деле багажник не подойдет. Потому что не знаю тогда, что делать. Уже не вернуть. Уже срок возврата уже истек. Ладно, ничего страшного. Сейчас кто-то напишет, а куда этот багажник будешь девать. Этот багажник я выкину. Ну, видите, вот здесь лопнуло. Вот это все потерто. Кому он нужен? Продать? У меня рука не поднимется такое продавать. Дарить тем более. Выкину на помоечку. Может быть, кто-нибудь потом их подберет. Кто его не знает. В общем, ладно. Собираем инструмент. И едем в сторону дома. Просто я думал, что я багажник поменяю. Здесь вот с леса выйду в ближайший дворик. Выкину старый багажник и поеду кататься. Ну как вот кататься с багажником, да? Неудобно будет. Я сюда еле доехал. Ладно, ничего страшного. Так, главное, вон то не забыть. Телефон, отвертка. Главное, все это не позабывать теперь. Нафиг. Это будет не очень приятно, если это все забуду. Ладно, все. Возвращаюсь домой. Давайте вот этот подкрылок с вами открутим, чтобы он тут у нас так не болтался. Попробую заказать новый. Буду заказывать комплект. Передний, задний. Вот так. Оп. Все. Тоже, да, видите. Грустно. Вот такие велосипеды, да, любят, когда за ними ухаживают. Любят. Поэтому вот все потихонечку начинает сыпаться. А что, уже почти год, как он у меня. Снял я, короче, этот подкрылок. Ну, все, ему хана. Все. И вот, ну, только на помойку теперь. Все, поехали домой. Да. Пробуй, может, руками получится. Ага, ну конечно, да, размечтался. Ключами не получилось, а руками у тебя прям все сразу сейчас открутится, да, ага. Мечтай. Помечтать-то можно? Можно, да. Но не надо тянуть время. Не надо, правильно. Все, что, поехали. Домой. Да пора домой. Вот этот мусор выкинуть. Обязательно выкинем. Так. Теперь буду здорово, я уеду в Комарово, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом, кораблем и водолазом, сам себя найду пути, если часом затону. Я уеду в Комарово, сам себя найду в пучине.
так вот я еду. Еду я домой. Устанавливаю все-таки этот багажник. Потому что у меня прям сегодня цель его установить. И я сегодня его установлю. Обязательно, обязательно. Да, ну и принял я все-таки решение. В этом ролике все, что я заказал, все это и повесить. Поэтому ролик будет сниматься несколько дней. Надо же, у меня на самом деле первый раз такой, что вело-влог я буду снимать несколько дней. Обычно я обычные влоги снимаю несколько дней. А тут целый вело-влог я буду снимать несколько дней. Нормально. За джинсы зацепилась эта фигня. Сейчас чуть это не навернулся. Да, это было вообще нифига не классно, если бы я бы сейчас упал. Ну ладно, надо быть аккуратным. Бдительность, бдительность, соблю. Да, им обязательно. Так, ладно, что. Едем. В такой замечательной лесной дорожке. Хорошо, в лесу птички поют. Приехал я домой, закатил велосипед в комнату. Но перед тем, как закатить велосипед, постелил старую клеенку, чтобы не испачкать модный красивый ковер. Сейчас буду откручивать багажник. Вот в этой коробочке у меня тоже есть всякие ключики, все-все есть. Надеюсь, с помощью данного набора, то, что здесь у меня получится, все это открутить и поставить новенький, да. Буду пробовать, буду. Все, багажника больше нету. Вот он старенький, короче. Весь уже в таком печальном состоянии. Поэтому правильно, что я решил его поменять. Все, нафиг. Тебя не нужен. Сейчас будем с вами новенький распаковывать. Распаковываем новый багажник. Так, да, все, подойдут. Это самое главное. Сейчас будем его вот так вот ставить. И буду я ездить с новым багажником. Это будет вау, кайф, круть и вообще идеально. Подвел меня мой глазомер. Вот он, родной багажник, тот, который стоял. У него отверстия вот такие. Этот багажник, тот, который я купил, у него отверстия вот такие. Здесь они меньше, чем здесь. Я думал, что они одинаковые, все подойдет, все будет отлично. Нет, не все подошло и не все отлично. К сожалению. Ладно, чего? Пока все это соберу без багажника. Старый багажник я хотел выкинуть, выкидывать его не буду. Оставлю, потому что есть такая вероятность, то, что он вернется обратно сюда. Новый багажник тоже пока девать никуда не буду. Потому что я все-таки надеюсь, что я вот этот себе поставлю. А этот все-таки, возможно, выкинем. Посмотрим. Ну, пока вот будет два багажника у меня, да. Как же это все, конечно, печально, грустно. И, честно, хочется даже велосипед взять его в окошко выкинуть, потому что я так надеялся, что у меня будет новый, хороший, красивый багажник. Здесь-то у меня на старом эта фигня одна. Я уже показывал, по-моему. Если ролик назад перемотать, то можно увидеть. Хотя, может быть, и не показывал. Честно, не помню. Здесь раз и два. Это удобно, на самом деле, круче. Ну ладно, ничего страшного. Ну и вот я еще отличил старую. Этой планочки нет, она была, а у нового она есть. Я хочу с этой планочкой, мне прям понравилось, красиво выглядит, значит, реально красиво. А этот какой-то, да. Кстати, даже, по-моему, повыше чуть-чуть. Ё-моё. Да, ну ладно. Его, кстати, отличие.
Ну, про эти отличия я знал. Да. Не чувствую, что я не тот багажник заказал себе. Это вообще грустно, походу. Походу, реально, вот этот вернется, а этот... Ну, выкидывается точно он не будет. Может быть, его продам. Посмотрим. Кому он нужен? Кому не да и нужен, наверное. Да, ладно. Буду сейчас все собирать назад. Вот стою я, любуюсь на велосипед. И знаете, без багажника мне даже нравится больше. Но я все равно верну багажник. Либо тот старый, либо все-таки новый установлю. Посмотрим. Уже точно это будет не в этом веловлоге. Но, скорее всего, через веловлог. А может быть и в следующем веловлоге. Не знаю, подписывайтесь, чтобы не пропустить данный ролик о том, как я буду устанавливать багажник. Ну а сейчас я поменяю вот эти вот грипсы. Также мне зеркало пришло. Тоже его поставлю. И новенькие грипсики будут у меня стоять. Одну я уже поставил. Это пока еще старая. Я старую снимаю вот так просто. Ножиком разрезаю и снимаю. Потому что они будут выкидываться. Эти такие вот они пожестче, получше. Я же так сейчас в руке держу, намного приятней, нежели вот эту фигню. Да. Продолжаю устанавливать. Все, грипсики установлены. Как приятно за них держаться. Надо же, кайф. Сейчас пробуем устанавливать зеркало. То, знаете, едешь, смотришь вперед, естественно, да? И хочешь, допустим, поворот сделать или кого-то там обогнать. И надо посмотреть назад. Назад смотришь, чисто, но вот пока ты смотришь назад, впереди какое-нибудь препятствие, можешь бах, и через руль перелететь. Чтобы такого не было, надо поставить зеркало заднего вида, чтобы вот ты ехал, смотрел прямо, бац, немножечко в зеркало так приглянулся, ага, никого нет. Можно поворачивать, либо там чуть-чуть вот так вот изгибом проехаться. Поэтому сейчас буду устанавливать. Что, установил я зеркало. Давайте вместе с вами сейчас эту пленочку снимем. Оп. Все. Зеркало красивенькое. Но настрою я его тогда, когда поеду кататься. Кататься я поеду, ну, уже не в этом ролике. Но в следующем видеоблоге обязательно с вами прокатимся куда-нибудь. И все. Настроим с вами обязательно все. Так, вот это вот так ехать. Хочу позвонить, я редко пользуюсь на самом деле. Я лучше объеду там по траве, либо приторможу, слезу, обойду, потом опять поеду. Не люблю пользоваться, шуметь, потому что иногда, знаете, ну, надо, допустим, обойти, да, там, посигналить, а это ты сигналишь мама. С ребенком идет, который в коляске. А вдруг ребенок спит, посигналишь, разбудишь, будет ребенок плакать. Зачем оно надо? Там, либо как-нибудь по траве там объехать, либо притормозить, слезть и пройтись. Либо ехать очень-очень медленно. Опять же, притормозить и ехать очень медленно. В общем, вы меня поняли. Так, все. Надо повесить держатель для телефона. Я заказал такой же, который у меня и был. Тому уже года два, если не три. Надо поменять, потому что вот эта прорезиненная фигня, которая держит телефон, она там уже немножечко полопалась. Вдруг чего, вот буду я ехать, да, так вот телефон будет у меня на держателе стоять, и бац, упадет, разобьется, жалко. Поэтому новое, оно есть новое, я всегда так считаю. Ну, прям велосипед преображается. Жалко, конечно, что багажника нет. Ну, ладно, будет, будет, все будет. Возможно, я, кстати, даже другой закажу. Но я попробую все-таки тот новый примастерить сюда. Да. Старый с вероятностью 90% он сюда не вернется. Но 10% у него есть еще шанс, что он сюда вернется. Посмотрим, посмотрим. Да. Поживем, как говорится, увидим. Так, ну что, повесил я держатель, на него телефон. Все, вот так вот это все будет очень удобно. Так, допустим, вот едешь наушники в одном. Музыка играет, раз переключил трек, либо кто-то написал, прочитал, остановился, ответил. Все,
очень удобно, очень классно. Так тоже тебе, допустим, видишь, я сейчас позвонили, ты в наушнике. Раз ответил, все, поговорил, нормально, адекватно. Вот такой вот велосипедик. Блин, преображается. Я на самом деле все это хотел еще в том году сделать, но что-то как-то подзабыл. А тут вот взял и вспомнил. И хорошо, что вспомнил. Да, такой вот велосипедик. Багажник будет, да. Велосипед готов где-то на процентов 95. 5% это остался багажник, и все. Все у него классно будет вообще. Помыть бы тебя, помыть. Ну, помоем, съездим на самомойку, возможно. Съездим вместе с вами и помоем. Ну, может быть, так, знаете. Выйду на балкончик дома и помою аккуратненько. С тряпочкой, с водичкой. Нормально будет. Скорее всего, так и помою. Такой вот велосипед. Кайф. Зеркало все классное. Мне нравится.